взгляд, уже будет 12 часов через полчаса. Вот. Они немножко перемещались, да, в этом помещении периодически вот приходит, там один пункт, последний вот недавно приходил, вот недавно сейчас Порошенко. Вот. Несколько раз выходил по вот. И он когда пробегает мимо, говорит, ему говорят, как вам меня, какие подробности? А вдруг позитивно оценил ход переговоров вот, в Минске. Нет, президенты ничего не говорят, они проходят как-то в некотором отдалении от горячих журналистов. Тут смотрите тоже, как они сходили на форум. Еще больше половины. И в одной раз они все встали, да, даже облика.